Волонтеров города отметили наградами территориальной избирательной комиссии. Именно добровольцы помогали губкинцам на выборах президента страны. Они работали на избирательных участках. Они дежурили у нас на избирательных участках, оказывали содействие лицам с ограниченными возможностями, помогали гражданам, которым необходима была помощь при доступе на избирательный участок. Как говорят сами волонтеры, для них помощь людям – миссия. Они делают это не ради наград. Но, безусловно, приятно знать, что добровольческую деятельность видят и отмечают на самых разных уровнях. У меня же уже и карта волонтера есть, и есть благодарность от губернатора Ямала. То есть и... Да, у меня больше 1000 часов волонтерских. Присутствовал на выборах рядом с комиссией, и когда видел, что человеку нужно помочь, помогал, оказывал помощь, насколько это требовалось от меня. Всего в этот день награды получили 34 волонтера.